Привет, котятки! Привет! Я няня Уля. Очень рада видеть тебя на новом уроке рисования. Сегодня мы с тобой нарисуем волка из одноименного мультика. Сначала давай нарисуем голову. По диагонали рисую большую дугу. Вот такую. И маленькую дугу с левой стороны. Вот так, как полукруг. Добавляем глазки, маленькие кружочки. И зрачки, точечки. Раз и два. Добавляем улыбку. Добавим ушки сверху головы. Рисую дугу раз, с правой стороны вторую и соединяем прямую линию раз, два. Внутри прорисовываем еще дугу раз, два. Прорисовываем носик, дуга, усики раз, два, три с одной стороны и раз, два, три с другой стороны. Добавляем зубки, маленькие дуги. Вот. Тут давай теперь добавим шею. Две коротких вертикальных линии, туловище, диагональная линия с левой стороны, с правой стороны и соединяем между собой. Ручки, диагональная линия, три пальчика вниз, раз, два, три и один вбок, короткий. Точно так же с другой стороны. Диагональная линия, три пальчика вниз. И маленький один в бок ножки. Две дуги с левой стороны. И длинная дуга соединяет их вот так. Зеркально рисуем с правой стороны. Раз дуга, вторая, а третья вот тут вниз. Хвостик рисуем с помощью зигзага. Вот так, посмотри. И возвращаемся обратно. Добавляем животик. Овальчик внутри туловища и пупочек, крестик. А теперь разукрашиваем. Какой хорошенький волк у тебя получился. Мне он очень нравится. Увидимся на следующем уроке. Пока-пока!